Сегодня Михаил Сергеевич Горбачев встретился в Кремле с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Ван Линем, находящимся в Советском Союзе на отдыхе. Говоря о планах ЦК КПСС по реализации решений 19-й Всесоюзной партийной конференции, Михаил Сергеевич Горбачев в частности сказал: «Мы стремимся максимально раскрыть потенциал социализма. Это очень непростое, трудное дело, но конференция показала, что мы на правильном пути». Нгуен Ван Линь отметил, что 19-я Всесоюзная конференция КПСС вызвала во Вьетнаме, как и повсюду в мире, большой политический резонанс. Несмотря на различия условий двух стран, вьетнамские коммунисты широко используют теоретический и практический опыт советской перестройки в своей борьбе за реализацию решений 6-го съезда КПВ, преодоление переживаемых страной трудностей, обновление всех сторон жизни вьетнамского общества. В беседе, прошедшей в сердечной дружеской обстановке, приняли участие секретарь ЦК КПСС Медведев и посол Вьетнама в Советском Союзе Нгуен Мань Кам.